Всем привет, дорогие друзья, с вами Залил, и мы сегодня с вами поиграем в ампу Tea Time, где всего лишь напросто с помощью нанотехнологии, вот этой механической руки, надо налить себе чаек. Но у меня такое уже предчувствие, что не факт, что мы это сделаем, так как разработчик вдохновлялся симулятором хирурга, а все мы помним, какое там чертовски сложное управление, поэтому не серчайте, если мы даже ни хрена не нальем. Итак, нажмите кнопку H, чтобы скрыть этот экран. Управление. Сжимать большой палец руки, сжимать пальцы. Ну да, и вправду как в симуляторе хирурга. Итак, что нам надо сделать? Чего, блять? Скажите мне, пожалуйста, что это значит? Господи, сохраняй спокойствие и сделай чай. Ну, хорошо, мы попробуем это сделать. Не использовать. А что такое? Что случилось? А, чайничек. Окей, ладно. Смотрите, какой-то британский флаг. Надо его порвать на британский флаг. Стоп. Тихо. Нам же чай надо. Итак, для начала нам надо всего лишь-то взять кружечку какую-нибудь. Так, давайте возьмем вот эту. Так, спокойненько. Так, рука вроде взведена. Ай, тихо. Так, как сжимать? Давайте посмотрим. Ага. И большой палец. Ну, вроде все легко. Так, надо всего лишь зацепить. О, пошло! Так. Да как? Так, о, зацепили. Охренеть, мы зацепили чай. А-а-а! Капец, это действительно сложно. Так, ладно, другую кружку. Мистер Чай. Хорошая кружка. Так, мне подойдет. Даже, смотрите, с выстрелом. А? Так, иди к папе. О! Тихо. Нет, да как так-то? Господи. А, смотрите, игровые настройки. Простой режим, нормальный режим, жесткий режим. Давайте простой. Не сладкий черный, а тут дашь молоко, молок, а молоко. Так, давайте не сладкий черный попробуем. Так, идем, иди к папе. Да ё-моё, тихо. О, мы даже развернули, это хорошо. Так, тихо, спокойно, сохраняй спокойствие, как там написано. Так, сжимаем. Да как? Что за говно-то какой-то? Ладно, спокойно. Так. Блин, это действительно сложно. Я-то думал, ну не так уж сложно. Давай, иди к папе. А-а-а! Что это? Нет. Так, как взять сахар? Ну-ка. Мне кажется, это очень легко. Сахар-то взять. О! Что за хрень? Провал, эпический провал. Нажмите F5. Ты нарушил все, будь осторожней. Да ладно, ну что это такое? Как я нарушить-то мог? Ага, смотрите, мы можем вид камеры менять, замечательно. Ой, блин, действительно сложно. Так, ладно, поднимаем, берем самую нормальную такую кружечку. Так, простой режим, не сладкий, черный. Значит, нам вот этот пакетик надо. И налить. Так, все хорошо. Так, поворачиваем. Так. Спокойно. Так, вперед. В щель надо попасть. Смотрите, получается. Шикарно. Все, сжимаем. Так, тихо, спокойно. Так, Q. Так он отжимает, смотрите. И что нам делать? Да, он отжимает, блин. Вот смотрите, если бы он... Так, ладно. Ни хрена, получается, смотрите, ребят. Тихо.
Тихо. Черт, это оказывается не так сложно. Так. Спокойно подносим. Все, давайте, наливайте. Тихо. Саму-то не переверни, чувак. А, надо... Сейчас, погодите. Ну, давай! Блин, придется тогда нам... Так, отпускаем потихонечку. Да чертов сахар мешает. Так, спокойно. Спокойно! Сохраняем спокойствие. Как там и написано? Нет! Дерьмо какое, а? Так, а как же тогда включить нам воду эту сраную? Так. Ну давай, водичка. Вон, это что, типа вода такая? Нифига себе. Это водичка? Клёво. Видимо, замороженная в конец. Так. Блин, придется... Так, ну я все понял. Так, спокойно, ребятки. Смотрите, мы можем открывать, закрывать. Ай, нет, я не успел. Ай, успел, не успел. Ладно, не будем всякой хренью страдать. Берем самую лучшую кружку. Ну, так вот. Мистер Чай. Вот это мне подходит. Значит, такие кружки используют киллеры в основном, видимо. Так, ой, большой пальчик. Осторожней. Да, поджимай его. Тихо. Ты какой-то нервный сегодня. Тихо. О, смотрите, он держит, я сказал, он держит! Спокойно. Он еще держит. Я не знаю, каким макаром, но он еще держит. Так, теперь надо всего лишь перевернуть. Смотрите, у нас получается просто. Я не знаю, он одним пальчиком держит. Охренеть, я бы и то не смог. Тихо. Так. Давай. Нет! Да черт, это очень сложно. Это очень сложно, разработчики. Да вы понимаете, сколько нервов вы можете сломать людям-то, а? Так, спокойно. Нервные клетки, между прочим, не восстанавливаются. Так. Ладно, берем давайте другую кружечку. Так, вот тут хотя бы нам говорят, типа, сохраняй спокойствие. Я теперь понимаю, что здесь всегда надо сохранять спокойствие. Тихо. Да что это за большой палец такой? Смотрите, нахрена он вообще нужен? Его вообще срубить надо. Охренеть, ну все из-за него. Так. Спокойно. Смотрите, все вообще хорошо идет. Как по плану, а? Так, снижаем курс. Так. Вот что сейчас плохо так получается-то? Так. Блин, видите, как неудобно все-таки, а? Тихо. Там вот эта табличка «Ход в Этер» вообще мешает ужасно. Как же нам... Давай! Поднимаем. Спокойно. О! Получается. Так, опускаем. Спокойно. Тихо. Отпускай. Так, теперь... Ой! Фу! Тихо. Слава тебе, яйца! Наконец-то, отлично. Это у нас получилось. Теперь нажимаем. Водичку надо. Так, давай. Пакетик ёбаный! Да ладно! Да как так? Вперед. Взял. Ни хрена он каким-то макаром взял все-таки, офигеть. Тихо. Так, добавляем одну штучку. Оп. Отлично. Все.
Открыть достижение, сделай. Так, сохранять спокойствие, сделай чай. Хорошо. Как скажете, буду сохранять спокойствие. Но нам надо обязательно это сделать. Так. Хотя бы на простом режиме. На самом простом. Тихо. Главное не разбить эту кружку поганую, потому что она у нас одна. Черт, ну как? Так, спокойно. А, стоп, мы можем кулер подальше. Так, вот эту табличку вообще надо в жопу запихать чью-то. О, хорошо. Сахар нам не нужен, в принципе. Так, а вот теперь эту хрень мы просто-напросто толкать сейчас будем. И все. Смотрите, блин, какое хитрое, а? Так, все. Перлись, хорошо. Так как идет, а? Даже поднимать не надо, а? А вот сейчас будем просто-напросто толкать. Это же так легко. Давай. Толкануть! Тихо. Ну, ё-моё! Так, зафиксируем. Ага. Так, теперь опускаемся. Тихо. Механическая ручка, давай. Спокойно. Даже уже музыка закончилась. Так. Фу! Так. Отпусти. Так. Спокойно. О! Давай. Я смогу! Давай! Есть! Отлично. Так, Грей, ход. И что? А что дальше-то? Что-то я не понял. Подавать. А куда подавать? Ага! Так еще не так просто! Надо еще подать этот чаек. Да вы издеваетесь надо мной, что ли? Это действительно сложно. Ребят, потом попробуйте сами поиграть. Это реально хрен пройдешь. Так. Давай, бери. Так, он сможет нормально поднять? Вроде сможет. Там по-любому еще такая функция, что нельзя пролить этот чай или что-нибудь такое. Тихо. Так, где там этот поднос проклятый? Фу. Я не знаю, каким макаром, но у нас это получилось! Тихо. Давай. Так, пожалуйста, ну! Все, я подал! Да ладно, а куда подавать-то надо? Да ладно. Спокойно. Ай, не выливается чаёк! Давай, подавай! Твою мать! Да ладно! Ребят, я не знаю, как в это просто играть. Это ужасная игра, ужасная просто игра. Попробуйте сами. Я, например, вообще не смог пройти. И вот эта голова тут ещё мешается. Не понимаю. Это просто ужасно. Причем, а как подать, хрен поймешь. И куда ручка... А, ну да. Ты нарушил все руки. Замечательно. С вами был Залел, ребят. Обязательно поиграйте в эту игру. Я не знаю, получится ли у вас, но это просто ужас. Это хуже симулятора хирурга. В раз 100 просто. До скорой встречи, дорогие друзья.